Четверо человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Бухаресте. Их из медучреждения эвакуировали более 120 человек. Многие из них были подключены к кислороду. Пациентов перевезли в другие больницы. Причину пожара выясняют. Это второе возгорание за последние 3 месяца в больнице, где лечат от COVID-19. В ноябре прошлого года в городе Пьятр-Ньямц погибли 10 человек, еще 7 были травмированы.